Мечта сделать Сочи городом-курортом мирового значения осуществляется благодаря небывалым финансовым вливаниям в олимпийскую столицу. С развитием инфраструктуры города, появлением автомобильных развязок, увеличением количества транспорта, вопрос экологии стал на первое место. Кому нужен грязный курорт? Экологический совет предложил идеальное решение – использование активаторов горения топлива. По статистике 90% проблемы в нашем городе – это выхлопы от автомобильного транспорта, тем более если учитывать огромное количество грузового транспорта в преддверии нашей любимой Олимпиады. Используя технологии добавления присадок в топливо, любое топливо, вплоть до того, что это будет бензин, солярка, либо газ, мы на выходе получаем до 96% очистки выхлопов. Воздух в нашем случае, думаю, будет гораздо чище. Плюс увеличение мощности, огромная экономия топлива. Это выгодно предприятиям, это выгодно частным лицам, это выгодно муниципальным предприятиям. Мы предлагаем технологию, которая позволяет не только снизить вредные выхлопы в воздухе города на 60-90%, это гарантированно, но, кроме всего прочего, это все будет обходиться бесплатно, что для города, что для частника. Потому что использование вот такого пакета в розницу, даже если человек покупает в розницу, он дает экономический эффект от 7 тысяч рублей. По всем вопросам, касающимся использования активатора горения Envirotaps, можно обратиться к дилеру компании по телефону, указанному в конце программы.